Уже совсем скоро в Казанском федеральном университете состоится шестая ночь науки. Мероприятие пройдет в рамках образовательного интенсива про науку в КФУ. Особенность этого проекта – обучение в виде развлечения. Участники смогут поучаствовать в квестах, послушать лекции, выиграть призы. Кроме этого, праздник науки сопровождается музыкальными выступлениями. Принять участие в этом событии смогут не только студенты, но и все желающие приобщиться к студенческой жизни. Каждая ночь науки всегда получала свое название, и осенняя не исключение. Ночной переворот произойдет 30 ноября во втором корпусе Казанского федерального университета. Олег Кашин, Универньюз.